21 января Центр контроля и профилактики заболеваний официально объявил о начале эпидемии гриппа на всей территории страны, в том числе и в Даугавпилсе. Самое главное, что нужно помнить жителям, поясняют специалисты, не пренебрегать вызовом врача на дом. Во время эпидемии львиная доля расходов оплачивается из государственного бюджета. Взрослому пациенту надлежит возместить за визит 2 лата. Вакцинацию уже проводить нецелесообразно. В качестве профилактики выступают лишь традиционные меры предосторожности. Скажу, что во время гриппа необходимо соблюдать следующие мероприятия. Нельзя посещать общественные места, стараться хотя бы не посещать, не ходить в кино, там, в театр и прочее, потому что, сами понимаете, чем больше скопление людей, тем больше возможность заразиться гриппом. Единственное, что скажу, нельзя пить аспирин во время гриппа, потому что аспирин сам влияет на свертывающую систему крови, и вирус гриппа влияет тоже на нее, и поэтому могут быть серьезные осложнения, поэтому аспирин пить нельзя. Жаропонижающие пьют, если температура очень высокая, 38,5. Если температура меньше, то организм пусть сам борется. Нужно пить больше жидкости, кушать витамины, фрукты, овощи. Можно пить витамин С в больших дозировках. Витамины, чеснок, а если уж заболели, вызов врача и постельный режим с изоляцией по возможности от окружающих. К сожалению, это все рекомендации медперсонала от сезонной коварной болезни.